На телеканале ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И вот лишь некоторые темы выпуска. 24 декабря в Армавирской администрации чествовали представителей городского актива. На праздничном заседании побывал Марк Лугаид. В прокуратуре Армавира состоялась пресс-конференция, посвященная итогам года. Анна Тулинова расскажет подробности. В библиотеке имени Чехова выбирали королеву снежной сказки. На этом празднике юности, таланта и красоты была и Ирина Чупина. Глава Армавира Андрей Харченко провел последнее в этом году расширенное планерное совещание. На встрече обсуждали итоги года и не только. С подробностями Марк Бугаец. Депутаты, бизнесмены, учителя, врачи, социальные работники, ветераны и многие-многие другие, а говоря проще, городской актив. Именно эти люди сделали уходящий год для Армавира таким, каким он запомнится жителям. Этот год был очень сложный в целом для нашей страны, в целом был нелегким для нашей Кубани, ну и мы с вами не отдельно взятое государство, мы также оцениваем его и сложным для нашего муниципалитета, для города Армавира. Хотя, надо сказать, что этот год важных событий, событий, которые прошли в нашей стране, на территории нашей Кубани, и к этому были приучастны и наши армавирцы. Армавир, несмотря на все экономические трудности, выполняет социальные обязательства перед жителями. Чинятся дороги, строятся социально важные объекты, конечно, не без помощи регионального и федерального бюджетов. Есть положительные тенденции и в других областях. Темп роста товарооборота в Армавире по предварительным оценкам по итогам 2014 года составит порядка 125% по сравнению с показателями прошлого года. Причем этот успех, я считаю, что был заложен еще раньше, в прошлые годы. Тогда, когда в Армавире, я напомню, мы все вместе реализовывали крупные инвестпроекты. К сожалению, кризис и ситуация на международной арене затронули и Армавир. Ощутимый удар пришелся на промышленный сектор. Предприятия, заключившие ранее контракты с зарубежными партнерами, в том числе и Украиной, потеряли некоторые важные заказы. Однако и на этот счет прогнозы пока что оптимистические. К концу года мы надеемся сохранить объемы промышленного производства на уровне прошлогодних показателей, а при неблагоприятной ситуации не допустить значительного снижения этих показателей. Как отметил, подводя итог очередного трудового года глава, сила армавирцев в традициях. Одной из главных традиций на Кубани всегда было единство. Совместным трудом удалось провести Олимпиаду, и также сообща мы преодолеем и кризис. Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем любые трудности, достойно переживем кризис, сделаем наш город еще уютным, еще комфортным, экономически стабильным. У нас есть потенциал. Я вижу горящие глаза у армавирцев, которые находятся в этом зале. Я поздравляю вас всех, членов ваших семей, с наступающим Новым годом. А в завершении встречи активистам из числа наиболее отличившихся в этом году вручили благодарности за вклад в развитие Кубани и родного города. Марк Бугаец, Александр Ширилеев, служба новостей Армавира. 24 декабря состоялась встреча прокурора Армавира с представителями местных СМИ. Игорь Стуканок говорил об итогах уходящего года, о том, чего удалось достичь, и о работе, которая ведется по искоренению преступности в нашем городе. Анна Тулинова продолжит. Как сообщил прокурор Армавира Игорь Стуканок, по сравнению с прошлым годом преступность в нашем городе возросла на 10%. Участились кражи и грабежи. Более половины возбужденных дел не раскрыто. Бичом сегодняшнего дня, отметил руководитель ведомства, были и остаются телефонные мошенничества. Такие правонарушения совершают в основном те, кто уже отбывает наказание. Призываю наших жителей быть более бдительными. Лучше вот прийти сразу, проконсультироваться к нам, в прокуратуру, чем потом приходить уже, когда все это постфактум, когда очень тяжело раскрывать, когда очень тяжело находить, в какой же из колоний, там, где этот преступник сидит, когда он звонил, с какого телефона, у них там десятки этих сим-карт спрятанных в полах, в стенах, где угодно. Кража имущества, автомобили, всевозможные современные гаджеты. Все эти преступления совершаются по вине самих граждан, а точнее гражданок. Прокурор отметил, что лидерами по подобным обращениям являются девушки. Мне сложно логику понять, как можно даже на короткое время оставить сумочку с деньгами на переднем сиденье. Но вот идет этот преступник, он может 10 лет ничего не совершал, но понимаете, ну да, искушение вот такое, да еще же сумочка как сумочка. Бьют свечами от автомобиля, вот эти свечи зажигания. Получается, что не успевает, так как там
большая скорость удара, не срабатывает сигнализация, ему достаточно этих 10-15 секунд, чтобы через стекло достать эту сумочку, либо открыть дверь, достать и уйти, даже сигнализация не срабатывает. Непростая ситуация и с резонансными преступлениями. Одно из них – это бесследное исчезновение Оксаны Оптовой. В ходе следствия удалось установить, что ее убил муж и бросил тело жены в выгребную яму, после чего попытался скрыться за границей. Но правоохранители провели титаническую работу и поймали преступника. Уголовное дело направлено в суд. Еще один трагический случай произошел в октябре. Молодая девушка отравилась курительной смесью и умерла. Ее спутники тоже попали в больницу. Как сообщил прокурор, лицо, распространявшее спайс, установлено, и в данный момент его разыскивают правоохранительные органы. По-новому посмотрели на многие вещи. Была большая работа проведена в городе Армавире, и оперативно-розыскная, и следственная. И те разработки, которые велись оперативными службами, их пришлось ускорить. Очень много этой гадости было изъято. На пресс-конференции затронули и коррупционные преступления. По правонарушениям в данной сфере заведено около 20 уголовных дел, плюс привлечение к административной ответственности. Нарушителям придется заплатить огромные штрафы за свои неправомерные действия. В целом же правоохранители ведут активную борьбу с преступным миром в нашем городе. Прокурор отметил, что всегда нужно оставаться оптимистами и верить в то, что в будущем году нарушителей закона станет меньше. Анна Тулинова, Александр Пензев, служба новостей Армавира. С 1 января 2015 года вступает в силу новый закон о страховых пенсиях в Российской Федерации. Он рассчитан на формирование средств пенсионных накоплений тех, кто пойдет на заслуженный отдых в 2016. А размер базовой части трудовой пенсии в 2015 году возрастет на 24 рубля 66 копеек. Переход на новую законодательную систему осуществится автоматически. Согласно этому закону, те, кто пойдет на пенсию в 2015 и позже, получат право на выплаты, имея трудовой стаж 15 календарных дней. Вводится новое понятие – это индивидуальный пенсионный коэффициент. Для пенсии нужно будет набрать его не менее 30 баллов. Он складывается из всей трудовой деятельности, из стажа, из заработной платы и от страховых взносов, которые работодатель перечисляет в пенсионный фонд за каждое свое застрахованное лицо, за каждого своего работающего гражданина. Но, как у каждого закона, есть переходный период, и поэтому у нас в 2015 году переходный такой этап. Стажа нужно будет проработать 6 лет и набрать индивидуальный пенсионный коэффициент 6,6 баллов. В Новокубанском районе состоялась 69-я сессия Совета муниципального образования. Депутаты рассмотрели ряд вопросов местного значения. С подробностями Роман Габарец. На сессии Совета был утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества Новокубанского района на 2015 год. Далее был рассмотрен вопрос об установлении платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности района на 2015 год. Расчет платы выполнен согласно методике, и в ходе расчета установлено за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в размере 1000 рублей, за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в размере 100 рублей. Данная плата на протяжении 4 лет остается постоянной. Депутаты приняли решение и в 2015 году цену не поднимать. Согласно повестке дня, народные избранники обсудили исполнение индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования за 9 месяцев 2014 года и рассмотрели перспективы бюджета в очередном финансовом году. Уровень регистрируемой безработицы в районе в 2015 году останется на уровне 1,1%. Показатель прибыльных предприятий района по оценке 2015 года имеет положительную динамику, и рост прибыли к 2014 году ожидаем на 6,3%. Основная доля прибыли в финансовом результате приходится на деятельность крупных и средних предприятий сельского хозяйства. Фонд оплаты труда в 2015 году прогнозируется с ростом на 9,5% по сравнению с оценкой 2014 года. В целом бюджет района по-прежнему останется социально ориентированным. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. Творчество художников помогает нам увидеть в обыденных повседневных вещах яркие краски, посмотреть на мир совершенно другими глазами. На одном из вернисажей талантливого, но пока малоизвестного художника Акопа Акопяна побывала Ирина Чупина.
В выставочном зале ГДК армавирцы могут познакомиться с творчеством замечательного художника, нашего земляка Акопа Акопяна. Здесь, на выставке «Пейзажи Родины моей», представлено около 30 работ, и это лишь часть творческого достояния художника. Каждая связана с какими-то событиями, людьми и впечатлениями в жизни мастера. Это результат того, что он чувствовал. На полотнах портреты близких ему людей, натюрморты, пейзажи живописной земли Абхазии, с которой автора связывает много пережитых эмоций. Поражает искренность передаваемых событий, людей и пейзажей. Многих интересует, где художники находят вдохновение для создания своих работ и как борются с неизбежным творческим кризисом, который периодически возникает при такой работе. Живописец поделился своими мыслями по этому поводу. Вдохновение как? Да, порой бывает, когда обычно нет вдохновения, нет работы. Вот. Ну, как-то вдохновляйся какими-то впечатлениями, которые вот, собираются, вот, ну, думаешь о чем-то там. Воспоминания приходят, понимаете? И приходят на ум мысли, которые, ну, заставляют тебе открыться, работать. Несмотря на долгий и плодотворный творческий путь, выставка «Пейзажи Родины моей» – первая, совпавшая с юбилейным годом автора. У художника в запасе еще много идей и мыслей по поводу будущих работ, например, посвященных 9 мая. Ирина Чупина, Александр Жерелеев, служба новостей «Армавира». «Прошлое всегда прекрасно и никогда не бывает трагично», – сказал однажды Корней Чуковский. Но ворошить прошлое всегда лучше на расстоянии, так, как это делаем мы в рубрике «Новость с бородой». Итак, ворошим дела давно минувших дней вместе со Светланой Волошенко. Заседание новоизбранных депутатов состоялось в Армавире в конце декабря 2004 года. Надо сказать, что при этом 9 народных избранников не явились на Первую Думу. Вначале был избран председатель, а затем депутаты перешли к обсуждению ряда вопросов – монетизации льгот, 100% оплате за коммунальные услуги, проекту бюджета города. 10 лет назад 26 молодых специалистов пришли работать в медицинские учреждения города. В честь этого события было проведено необычное мероприятие – посвящение в профессию медсестры. На празднике виновники торжества получили не только цветы, поздравления и подарки, но и наказ. Молодежи напомнили, что именно от их умения, знаний и навыков может зависеть жизнь человека. В конце декабря 2004 года в спорткомплексе «Юбилейном» прошел детский турнир по мини-футболу. В нем приняли участие 8 команд из Армавира, Кропоткина, Станицы Отрадной, а также Новокубанского и Гулькевичского районов. Футболисты были разбиты на две возрастные группы, в которых по круговой системе определились победители. В младшей группе армавирцы смогли занять только 3-е место. Старшие завоевали золото. Лучшим игроком турнира был признан армавирец Артур Букепшев. Все победители получили кубки, грамоты и сладкие призы. Ничто не меняется так часто, как прошлое. Жан-Поль Сартр, возможно, был в чем-то прав. Но то прошлое, в которое мы возвращаемся вместе, всегда останется неизменным. Светлана Волошенко, Александр Жилеев, служба новостей «Армавира». Сказки любят и взрослые, и дети. А в преддверии новогодних праздников особенно приятно окунуться в волшебную атмосферу. Поэтому работники библиотеки имени Чехова организовали яркое музыкальное мероприятие для маленьких красавиц. На нем побывала Ирина Чупина. Какой же Новый год без любимых сказочных персонажей? Работники библиотеки имени Чехова предложили своим юным читательницам заново перелистать сказки и выбрать свой любимый образ, который они представили сегодня на конкурсе. Белоснежка, Зайка, Золушка и даже Снежный Барс. Дети и их родители проявили фантазию и креативно подошли к подготовке. Организаторами ведущей выступила Марина Даниленко. На этом мероприятии под названием «Королева снежной сказки» участницам нужно было показать много разных талантов. Это умение красиво ходить, то есть дефиле, эрудиция, вокальные данные, умение говорить, держать на сцене и готовить. Мне очень нравится этот конкурс тем, что он интересный. Ну, все конкурсы интересные. В них интересно участвовать. Вот, интересно, вот, когда, даже если ты не выиграешь, все равно вот там что-нибудь дадут. Это очень интересно. Я всегда мечтала поучаствовать в таком конкурсе. И я очень хочу победить. Всегда участвую в этих конкурсах, когда они тут проходят. Я сегодня Снежная Королева. Конкурс проходил 7 этапов, в каждом из которых отмечена была одна из девочек, так что без подарка не ушел никто. Компетентное жюри выбрало тройку лидеров, для которых были приготовлены особые призы. А юная читательница Диана Малина, которая играла веселую зайку, набрала наибольшее количество баллов и получила почетный титул королевы зимней сказки и право зажечь звезду на новогодней елке. А самое главное, что все ушли с замечательным новогодним настроением. Ирина Чупина, Александр Жерелеев, служба новостей «Армавира». Спорт – не чувств религии, доказали армавирские священники. Служители храма Рождества Христова провели первый в городе турнир по кроссфиту среди студентов и школьников. Свидетелем мероприятия стала Дарья Топчиева.
23 декабря служители храма Рождества Христова выбирали самого подготовленного атлета. В спортивном зале одного из учебных заведений города проходил турнир по кроссфиту на кубок храма. Показать, на что способны, пришли сюда 20 человек, среди них и юноши, и девушки. Прыжки на скакалке, отжимания, работа с гирей. Примерно так выглядит набор движений программы под названием кроссфит, объединяющие упражнения из разных видов спорта. Под тяжелую музыку группы «Рамштайн» участники турнира должны были не только качественно выполнить все упражнения, но и показать максимально быстрый результат. Рамазан Баламедов своим выступлением остался недоволен, хотя к соревнованиям готовился основательно. На тренировках по боксу тренировался каждый раз. Вот, как бы учился, что тренер заставлял сжимать, там, приседать, прыгать на скакалке. Организаторы турнира говорят, такого, чтобы церковь проводила с молодежью спортивные мероприятия, в Армавире еще не было. Аналогов этому нет даже в пределах края. Поскольку наш храм это под руководством протоиерея Яна Гелевана занимается работой с молодежью, то есть отдел. И вот такая вот достаточно интересная форма взаимодействия была нами реализована и реализуется сейчас. В дальнейшем, конечно, планируем более крупный турнир. Это пробный такой камень, что называется, посмотреть, кто на что способен и как можно в дальнейшем улучшить. По итогам соревнований были выбраны самые подготовленные атлеты. Среди юношей таковым оказался Виталий Танатаров. Среди девушек – Юлия Маслова. Дарья Топчева, Станислав Чинский, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». Это была последняя информация выпуска. Далее метеопрогноз на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. Удачи и до скорой встречи. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик».